Итак, всем привет, это Gadget X. Компания Alcatel протестировала недавно представленный безрамочный смартфон Mix 2 в популярном бенчмарке Antutu. Таким образом, производитель показал, чего стоит ожидать от 8-ядерного процессора MediaTek Helio P25, работающего в связке с графическим ускорителем Mali-T880 и 6 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR4X. Кроме этого, на представленном видео можно рассмотреть сам смартфон и его ключевые особенности. По результатам тестирования в Antutu смартфон Alcatel Mix 2 набрал 62 700 баллов. Это средний по нынешним меркам результат, но которого вполне достаточно для плавной и быстрой работы аппарата в любых повседневных задачах. Процессор гаджета достаточно энергоэффективен, поэтому аккумулятор емкостью на 4000 мАч хватает на 2 дня стандартного использования. Технические характеристики Alcatel Mix 2 такие: 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 точек, значит, экран у нас 18:9, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25, видеоускоритель Mali-T880, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера с сенсорами на 16 и 2 мегапикселя, 8-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой, 2 слота для сим-карт, поддержка 4G LTE, аккумулятор емкостью на 4000 мАч, Android 7.0 Nougat, разъем 3,5 мм у нас также имеется, порт microUSB. Габариты устройства такие: 157,8 мм по высоте, 75,1 мм по ширине, 8,8 мм толщина. Цвет у нас черный, синий и серебристый.